病到跑，哦，跑，哦，快哦，飙了喽！等于я очень люблю когда он в этот кувырок делает. Смотри. Главный по вафлям и блинам. Ребята, всем привет! Сегодня в 17:00 по Москве будет прямой эфир. И я там буду. И Фаня там будет. Прямой эфир с Монохром, с нашими любимыми друзьями. Подключайтесь, поболтаем, будет весело. Итак, моя сильная черта. Экономия. Что? Ты экономия? Ты экономия? Дима, а кто бесплатный интернет, ТВ и связь подключил? Я. Ой, все. Вы спрашивали про поилочку. Вот у нас такой ручеек. Водичка, не застаивайте, да? И Нестеру очень такое нравится. Ну, а этот чудо-агрегат вы уже видели. Вот Нестер же ждет, когда выпадет новая порция. Слишком много похотела, но перегорела, горела, горела. В центре моей вселенной жаркое лето, не тобой раздета. В центре моей вселенной я танцую под дип. Под что ты танцуешь? Под дип. А все вы поете неправильно. Поняли? Ты охотник. Мои, конечно, ноги вкуснее, да? Как рыбу поймал. Утреннюю. Утреннюю рыбу поймал, смотри. На самом деле, Таня их облупила за меня. Маша, я предупреждаю, я не один, со мной 7.5 миллионов подписчиков. А МТС всегда предупреждает о нежелательных подписках. Ребята, ну что вы там, мы же устали дома сидеть. У меня хорошая новость. Мне только что позвонил наш друг Федя и сказал, что 24 числа у него премьера нового спектакля. Называется «Я не хочу это видеть». Очень интересный новый проект. Сейчас отмечу здесь импресарио. Ребят, вы сможете перейти по ссылочке и увидеть всю информацию про спектакль. Я думаю, будет очень интересно. Я прям в предвкушении. Тебя больше нету, ты под запретом. В центре моей вселенной.
моей вселенной. Чтобы еще привлечь ваше внимание, кто был на Remote Moscow, вам это тоже должно понравиться, потому что все, что делают ребята, это всегда безумно интересно. Я была на спектакле «Этикет», потом «Кандидат», потом «Твоя игра», получается, «Remote Moscow», в общем, ходила на робота. Я вообще фанат всего, что делают ребята, поэтому советую вам очень перейти по ссылке, я думаю, что вы получите удовольствие. Наташ, ну ты прекрати делать такие вкусные истории. Я тоже, как видишь, начала готовить креветки. Правда, не до 6 часов дня, а 9:30 вечера. Ну я вот не хотела вино открывать, но видно придется. Итак, моя сильная черта. Экономия. Что? Ты экономия? Дима, а кто бесплатный интернет, ТВ и связь подключил? Я. Ой, все.